Сотрудники библиотеки для молодежи имени Бориса Шаховского тоже лечат, только не пациентов, а читателей. И не посредством лекарств, а с помощью библиотерапии. Здесь проходит акция для людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этому ездить в библиотеку особенным читателям больше не обязательно. В рамках программы «Доступная среда» специалисты сами привозят книги домой. Воспользоваться бесплатной услугой могут все астраханцы, имеющие инвалидность. О том, как проходит акция, в нашем следующем сюжете. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте. Я взяла книжки. Это наши шаховки. Спасибо большое. С именным пакетом. К астраханке Любе Ивановой пришли необычные гости. Сотрудники библиотеки Шаховского, словно главный новогодний волшебник, принесли отличное настроение и мешок подарков. Только вместо сладостей хозяйка получила книги. Прямо на месте девушки оформили абонемент на 2 недели. Все как в настоящей библиотеке, только на дому. Надо ездить, потому что не всегда есть время, не всегда есть возможность приехать туда, выбрать книгу, да, не всегда. Поэтому вот эта вот функция, когда-то, что могут приехать, привезти книжку, что ты можешь почитать спокойно, то есть, не рваться куда-то, да, что-то искать, вот прям, а вот именно посидеть, почитать, найти нужную информацию для тебя, и как бы, и потом в дальнейшем могут привезти еще что-то новенькое, интересное. Это здорово. Любовь занимается мыловарением, увлекается психологией, так что тематические пособия пришлись ей как раз кстати. Именно их она и запросила по телефону. Перед каждым приездом на дом сотрудники библиотеки формируют набор книг по желанию читателей. Кто-то просит энциклопедию по истории Астраханского края, кто-то медицинские издания. Благо, всегда есть из чего выбрать. Мы звонили ребятам, которые, мы знаем, имеют какие-то ограниченные возможности. Вот. И они выбирали те книги, которые именно им нужны. То есть не то, что мы там из буккроссинга что-то навязывали. Нет, только то, что им самим интересно. Любовь у нас попросила сегодня книги по лекарственным растениям, по психологии. Акция с книгой на дом – инициатива сотрудников библиотеки. Они готовы приезжать даже на окраину города, в гости к астраханцам. Как отмечают организаторы полезной акции, такие встречи приносят много радости не только читателям, но и им самим. Это совершенно другая атмосфера. У нас, конечно, в библиотеке всегда по-домашнему уютно и так далее, но когда это настоящий дом, это совсем другое. И ты можешь лучше пообщаться с человеком. И, то есть это всегда и чаепитие и так далее. Они это просто так нас обычно не отпускают. И там рассказывают много всего интересного. Акция с книгой на дом доступна всем астраханцам. Заказать услугу по минимальной цене может любой житель города. Но для людей с инвалидностью она будет абсолютно бесплатной. Достаточно позвонить в библиотеку имени Шаховского, сообщить, какие книги хотелось бы почитать, и ждать гостей. Айгуль Кабулова, Алексей Якупов. Хорошие новости.